Кормил, было взвешивание. Ты видел, что он сказал? Ты как кормил поступил, короче. Кормил, говорит, неважно, кто передо мной стоит. Хоть Майк Тайсон, кто будет головой толкаться, я его толкну, любого. Я не толкнул, я просто как бы встал. Нет, смотри, я не знаю, запись посмотри сбоку. Я вот так встал, я не... Когда кого-то хочу толкнуть, я сам подхожу вот так. А когда мне сказали, что ты мусульман, я вот так просто подошел, вот так встал. Я даже на тебя смотреть не стал. Ты подходишь ко мне, вот так. Агрессив головой. Я говорю, мусульманин, че ты? Хват, скажи, ты меня воздухом тронул. Я действительно. Если я так сделал. Я подумал, я мусульманин. Мне сказали, мусульманин, а он головой меня. Потом я не толкнул, чтобы с тобой драться. Из-за того, что ты мне начал вот так тыкать меня. Ну, ладно, значит,